Сегодня 21 августа. Я ловлю в деревне Чавницы у озера Ильмень. Закинул две донки на червячка. Буду пробовать ловить. Подлещик обычно здесь клюет. В этих местах стоят лодки рыбацкие. Здесь рыболовная артель какая-то ловит. Очистки от рыбы, конечно, бросают в воду. Место прикормленное, на воде много чаек. И, возможно, какая-то и рыба там же. И вот он результат. Но малость не тот, который я хотел. Клюет ёрш. И место достаточно травянистое. Сколько забросов, столько попадает наша приманка в траву. И заглотил он изрядно. По самое ай-яй-яй. Жить он не будет. Жабры. Ага, клюет, вижу, на второй донке. С жабрами можно распрощаться.